Но почему ты не передал деньги пограничникам? Потому что я был на похоронах своей матери и не успел. Это не оправдание. Ты подвел нас. Игорь, избавь нас от этого ублюдка. Нет, пожалуйста, не надо. И заодно от всех его наследников. Как ты хочешь, я сделаю. Ну, ты сам решай. С удовольствием. Хорошо. Алло. Привет, папуль. Катенька. Летишь в Штаты? Завтра лечу в Штаты. Хорошо. Сделаем. Обещай мне, что будет со Штатами. Ну все, ладно. Пока. Целую. Пока. Да, пока.